Всем привет, друзья! Мы продолжаем выживание в нашем антирейд-доме, и сегодня у нас запланирована спецоперация. Кажется, я понял, зачем нужна вот эта странная пристроечка, которую мы видели в прошлой серии. Подарки так палят меня. Вот эта странная пристроечка сзади дома. Похоже, грабители поставили эту пристроечку, и там у них точка телепорта. Точка телепорта, через которую они телепортируются сюда просто-напросто сишками, чтобы не ходить по карте, и просто грабят мой карьер. Я думаю, сейчас мы сделаем очень просто. Мы сейчас взломаем эту штучку. Раз, два, три, четыре. Взломаем эту штучку и шкафы ему уничтожим. Уничтожим шкаф. Здесь у меня билдинг блок, там шкаф. Одна сифокнула. Надо все делать быстрее. Подобралась. Поэтому давайте быстрее. Быстрее. Кто услышит, прибежит. Но телепортироваться они не могут, так как рейд их постройки. Да что ж ты будешь делать? Вот это, блин. Ага, понятно, загорелось. Еще раз? Да ладно. Придется их застроить. Придется парней застроить. Мы застроим им вход. Вход застраивать не будем. Я поставлю свои двери своим замком. Так, отлично. Что мне? Еще нет? Ага, все, шкаф здесь. Шкаф мы, конечно же, сломаем. Он здесь не нужен. Интересно, точка телепорта у них где? Здесь или здесь? Так, что у них здесь? Здесь нету ничего. У них, конечно, здесь потолок. Но потолок мы им тут закроем. Мы им тут закроем потолок. Так, это этот. Сломалось. Вот это жаль. Вот это жалко. Потолок мы им застроим. Как мы это сделаем? Надо быстрее. Короче, надо сначала поставить дверь и шкаф. Дверь сначала ставим. Разумеется. Не могу. Не можете строить во время рейда. Хорошо. Во время рейда я строить не могу. Тогда подождем немножко. Лестницу сломаем, разумеется. Чем? Киркой. Сломалась. Жалко, что сломалась. Хорошо, что всего 4 сишки. Я думал, 8 придется. Лестница нам не нужна. Здесь мы поставим им потолочек. Потолочек. И строить во время рейда я не могу, да? Так, у меня 3 минуты. И сейчас прям рядышком тут шкафчики мы воткнем. Не могу. 3 минуты 36 секунд. Тогда понаблюдаем. Свинку пока добудем. Свинку. Стой. Стой, свинья. Стой. А чем ее добывать? Наверное, я сделаю вот такой топор. Жирочек. Жирочек это не лишнее. 3 минуты это жалко, конечно. Но ничего. Они все еще могут туда прилететь. Я, наверное, их там подожду. Или подобываю. Нет, прилететь не могут. У них тоже, значит, рейд. Рейд-блок у них. Вот камешек. Камешек этот... Жалко. Самодельный топор. Это мощный самодельный топор. Долго не ломался. И, блин, сломал я его об лестницу. Об каменную. Это плохо. Потому что на его сборку тоже требуются там какие-то компоненты, лезвия там все и все прочие там, всякая ерунда. Но топор хороший, дерево добывает вообще люто, по-дикому просто, в огромных количествах. Сейчас вот на взрывы могут сбежаться, в принципе, а могут и не сбежаться, могут и долго собираться. Но 3 минуты у меня есть. Лестницу, наверное, зря я снес, хотя нет, ничего не зря. 3 минуты у меня, да? Сначала нужно поставить дверь, потом шкаф. Ну что ж, 3 минуты ждем. Ждем. Так, 2 минуты 9 секунд. Внимательно ждем. Откуда ждать? Черт его знает, откуда ждать. Вот там какой-то дом. С той стороны дом шляпа. Скорее всего, это там товарищи. Там товарищи у меня. 2 минуты. Сколько?
1 минута 42 секунды. Время летит. Время очень медленно течет вот в таких вот ситуациях. В таких вот неоднозначных ситуациях время очень медленно бежит. Хотелось бы, чтобы оно побыстрее летело. Может, камешки здесь какие-нибудь есть? Сколько камешков? Не знаю, сколько камешков. У меня опять куча всякого барахла. 6 тысяч камней. Я с собой еще взял камень, чтобы застраивать там этих чубдриков. Мы поставим свою дверь. Желательно две своих двери. А желательно вообще точно стену я поставлю. Стену, скорее всего. Стеной их застрою. Поставлю свой шкаф. Поставлю свой шкаф. Вот здесь вот, не в доме, конечно, потому что они туда же телепортируются. Не в доме поставлю свой шкаф, а поставлю извне. И закрою. А снести я ее не смогу, придется все-таки дверь ставить. Ну ладно, пусть будет дверь. Они ее могут взорвать, а могут и сремовить стену дорвей. Не знаю, смогут ли они воспользоваться ремувом. Если здесь будет стоять мой шкаф 25 секунд. Если будет стоять мой шкаф, смогут ли воспользоваться ремувом? Даже если смогут воспользоваться ремувом, они обратно эту стену не поставят из-за моего шкафа. И я буду потихонечку перекрывать. Я-то строить смогу. И перекрывать их за ремувленные стены. А мои стены они уже не смогут заремувить. Команда ремув удалить, разрушить. Ну все, пора, наверное, строить. Так, отлично, да, все, шкафчик. Шкафчик ставим. Ох, кто-то придет, сейчас будет весело. Будет весело, если кто-то придет. Шкаф обязательно наш ставим. Авторизуемся. Закрываем. Ну же, кияночка. Так, отлично, ставим дверь. Быстренько. У меня 4 сишки, не хотелось бы их просрать. Ставим наш замок. Я две двери зачем-то сделал. Так, ставим пароль, конечно. Так, здесь им застраиваем потолок. Нечего им там лазить. А я ремонтить могу, интересно, не свое? Нет, даже если с моим шкафом, не могу. Хорошо, я тогда поставлю здесь потолочек. Так, что такое? А, ремув у меня включен. Хорошо, ну все, теперь они отсюда не выберутся, им только взрывать дверь придется. Взрывать дверь или ремуют стены. Стену отремуют, я снова поставлю им. И буду потихонечку их застраивать. Им, конечно, проще будет поставить другую кибитку. Но здесь у меня уже шкаф, они в каком-то другом месте поставят. Конечно, это не панацея против этих грабителей. Но, по крайней мере, им будет очень неприятно. Ну что ж, спецоперация завершена. И я еще хочу одну штучку сделать. Я хочу поставить около карьера мины и капканы. Дело в том, что я вызывал аирдроп, и мне в аирдропе прилетели... Кроме всяких интересностей, типа видеокамеры для турели и старого ноутбука, еще и 4 мины и 5 капканов. Так, здесь я все забрал. Я их приготовил и сейчас с удовольствием их поставлю в тех местах, которые не простреливает наша турель. Так. И это будет, мне кажется, хорошим сюрпризом. Тоже это не панацея. Ну, убьет там вот этих грабителей, когда меня не будет онлайн. Убьет их, и что дальше? То есть они просто вернутся. Вернутся и себя залутают. Залутают. А мины и капканы, ну, они уже, как бы, уже не будет такого эффекта неожиданности от мин этих и капканов. Так, мины... И капканы. Сейчас главное грамотно выбрать место, где не простреливаются наши турели. Где они не простреливаются? Здесь вообще прямая видимость. Сюда они вообще не подойдут. Вот сюда они могут подойти. Вот сюда. Вот здесь прострел. Вот здесь бы минку поставить. А сюда нельзя, не могу ставить, да? А здесь, к сожалению, я
Блин. Вот это фейл. Вокруг карьера вообще ничего нельзя ставить. Не только стены и постройки, но даже мины и капканы. Да что ж это такое? Хорошо, а здесь, может, я могу втиснуть что-то? О! Здесь поставлю минку для любителей. Для любителей. Ну где же было что-то ведь? Есть. Для любителей, значит, грабить турель. Сюда минка. И сюда минка. Здесь влезет как-нибудь? Ну, пожалуйста, влезь. В траву бы ее как-нибудь поставить. И сюда минка. Отлично. Ну и здесь они, если у меня... Ага, здесь у меня вход. Тут я сам себе, грубо говоря, поставлю. Здесь нельзя ставить. Но еще где бы капканчики-то поставить? Так, мне самому главное на них не нарваться. Да, тут надо было капканы поставить. Ну-ка, а мину, интересно, нельзя подобрать? Нет, она вообще даже не выделяется. Это я сам себе поставил тоже. Как я ее буду заряжать-то? Ну, мины уничтожаются очень просто, но, к сожалению, они уничтожаются навсегда. То есть в них выстрелить пару раз, и они взрываются. Как я перезаряжать турель буду? Я не подумал. Надо было поставить капканы все-таки. Капканы, а не мины. Хорошо, тогда капканы я поставлю. Они уничтожаются, наверное. Вот здесь вот еще капкан поставлю. И где они тут у меня залазят? Может быть, здесь где-нибудь? Я им капканчик. Так, здесь под деревом нельзя. Они под деревом все равно. Нет. Жаль, жаль. Ну, карьер, конечно, это да, блин. Ну и сделали карьер. Ничего нельзя сделать. Так. Ну вот так вот поставлю. Самому бы только не нарваться. На дерево можно поставить, что ли? Реально? На дерево он уж слишком будет видно. А самому бы не нарваться на эти капканы. Ну вот так вот. Я уже подорвался тут на своей мини. Я забыл, что здесь вот наставил мин. И на своей мини шарахнулся. Да, тут я, конечно, не подумавши поставил мину, но ничего. Я надеюсь, кто-нибудь подорвется. Ну что ж, спецоперацию, можно сказать, провели успешно. И будем тогда прощаться. До следующей серии жизни нашего антирейд дома. Всем пока, друзья. С вами был Радиус.